Славься, страна, мы гордимся тобой. Совсем недавно вы переступили порог школы, стали первоклассниками. Для вас все было впервые. Первый звонок, который звал вас на первый урок, первый учитель, купальник, прописи, тетради, домашние задания. Но прошли годы. За это время всякое случалось. И успехи, и неудачи, и радости, и огорчения. Но когда в школе разносится треть последнего звонка, вспоминается самое лучшее, что было за это время. Сегодня для всех выпускников Сергиево-Посадского муниципального района, а их у нас 1058, звучит последний звонок. На наш взгляд, в этом году наши ребята подошли к этому рубежу с неплохим результатом. У нас 86 выпускников претендуют на получение медалей. Это на 22 медали больше, чем в 2017 году. Кстати, я уверен, что вы знаете, и среди выпускников вашей школы у нас тоже есть одна претендентка, Мирошка Ковылина. Мы все вместе, я уверен, будем болеть и переживать. Вот все успехи, все достижения, которые вы сегодня имеете, безусловно, они получены благодаря учителям и родителям. Эти люди на протяжении 11 лет каждый день передавали вам не только знания, но и учили вас жить, быть честными, добрыми, порядочными, любить свою семью, любить свою школу, родителей, друзей и, конечно, любить свою родственность. Все школьные годы звонок приглашал вас на уроки и на перемены. И вот теперь он возвещает перемену, но не между уроками, перемену в вашей жизни. Впереди парад экзаменов. С вами рядом, как и все школьные годы, ваши родители и ваши замечательные учителя. В этих стенах вы успели очень многое узнать. Мы желаем вам ответить все экзамены на 5. Мы сегодня очень рады. Мы на старших остаемся, наконец-то нарвемся. Жизнь полосата, кирпич для смелых. Пусть будет больше полосок белых. С окончанием школы мы вас поздравляем. Пусть всегда все будет с плюсом. Вам от души желаю. Сегодня во всех школах Подмосковья, в том числе и школах Сергиево-Посадского муниципального района, звучит последний школьный звонок. В этом году 11 класса заканчивает 1058 учеников наших школ. Всего у нас школ в Сергиево-Посадском районе 52, но 11 класс имеет 34 школы. Поэтому сегодня прозвучит последний школьный звонок, и уже 28 мая ученики будут сдавать первый единый государственный экзамен, и мы будем за них очень переживать, волноваться и желать им только хороших стубальных результатов. Последний звонок, последний прозвенел звонок сегодня для нас, и это очень грустно. Слезы наворачиваются, а так, конечно, в большинстве радость. Они родные, я их веду со второго класса, я преподаю английский, я их хорошо знаю, то есть я их помню маленькими, и они на моих глазах росли, и, конечно, это очень... Ну, волнительно, когда вот, ну, как своих детей мы выпускаем. С институтом определился, а с профессией еще нет. Как бы там много специальностей. В школьной жизни что больше всего запомнилось? Да много чего. Друзья, звонки, уроки, учителя веселые, хорошие. Мы очень долго готовились, очень долго. Репетировали каждое воскресенье и на неделе еще уроки даже пропускали, чтобы отрепетировать хорошо вальс. Все очень волновались, как получится, синхронно, несинхронно. Две девочки занимались танцами, но вальс, так, чтобы хорошо станцевать, все равно нужно приходилось работать в команде. Сами как считаете, получилось? Я считаю, да, хорошо станцевали. Лучше, чем на репетиции. Всегда открыта в школе дверь. Прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончей звонка капель?
который нес портфель.